Ну, опять всем здрасте. После долгих экспериментов, точнее, долгих лагов с модом Mistcraft, это длилось агония где-то около целого часа. Я только побывал в четырех мирах и на в четвертом мире решил пойти в пятый. После долгих ожиданий, как видите, я оказался на месте первого. Ком завис, я оказался на месте первого спауна в своем самом первом доме. Как видите, я весь голый босый, у меня исчезли все мои инструменты, абсолютно все. Да, старой моей, точнее новой местности 2000 метров. И дальнейшая судьба этого летсплея мне неизвестна. Я, конечно, за кадром попытаюсь вернуться в старый свой, обойти все свои владения, посмотреть что да как тут, но вернуться вот в этот вот дом, ставший нам убежищем, но я так понимаю, что я вроде бы как доигрался. Если у меня ничего не получится, проект придется закрыть. Так что надеюсь, до новых встреч. Не знаю насчет проекта, но попытаюсь я его восстановить и продолжать. Но это зависит все от результатов моего возврата домой. Ну а пока, всем пока. Спокойной ночи.